Полчаса ходьбы и чтения молитв, и утром свежий снег, и крепкий кофе в полдень. И через это все Господь нам говорит о Царстве Своем. Отчетлив глаз Господень. Витает в воздухе свободы вещество, его легко вдохнуть, но не возьмешь руками. На ослике в Москву въезжает Рождество, в московский Вифлеем, невидимое нами.